За лето почти 300 детей отдохнут в корпоративном санатории, расположенном в городе Полысаево. Еще 350 детей сотрудников компании из Прокопьевска-Киселевска проведут летние каникулы в живописном месте у реки Карачумыш, где расположился оздоровительный комплекс «Огонек». В поселке Шерегеш 160 шахтерских детей ждет школа приключений. В число кузбасских лагерей и центров, включенных в программу летнего детского отдыха компании «Сой Кузбас», входят «Уголек» в селе Драчонино Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, «Танай» в селе Ваганово Промышленского муниципального округа, а также «Алые паруса» в Салаире и в санатории «Шахтер» в Прокопьевске. Более 400 детей приедут в оздоровительные центры имени Дубинина и «Зеленая улица», расположенные на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области. И группа из 20 ребят отправится на Черноморское побережье в детский оздоровительный санаторий «Вита» в Анапе.